Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые зрители. И у меня сегодня для вас несколько объявлений. Как вы заметили, давно не выходили новые видео на моем канале. Все это связано с тем, что я в данный момент нахожусь очень далеко от дома, в командировке. И те из моих постоянных зрителей, кто смотрит мой канал, все это, конечно же, знают. Но для меня есть, для вас, вернее, есть несколько новостей. Одна хорошая, а вторая плохая. Начнем, наверное, пожалуй, с плохой. Дело в том, что перед отъездом я купил, ну или так скажем, апгрейдил, улучшил свой компьютер там, дома, на котором я планирую снимать более качественные видео и ролики. Но дело в том, что сейчас сгорела материнская плата, и по приезду домой мне придется что-то с этим делать. Как-то ремонтировать, восстанавливать, ну, что-нибудь да мы придумаем. И хорошая новость, я ухожу со своей основной работы и буду снимать для вас видео гораздо чаще. Каждый день, через день, ну, скорее всего, будут каждый день видеоролики выходить. Но это, ребят, будет где-то числа с 8 мая. Ну, грубо говоря, через 2 недели все это произойдет. Я надеюсь, что судьба повернется ко мне передом. Ну что ж, друзья, отойдем от наших новостей и вернемся к нашей игре, которую я давно уже не играл, потому что на работе каждый день без выходных трудишься, и играть просто, честно говоря, некогда. Итак, так вы все знаете, что я установил новую версию. Вот, блин, кстати, даже сейчас давно видео не снимал, уже потерял квалификацию, немножко стал запинываться во время разговоров. Но суть не в этом. Я хочу попробовать проходить игру именно с новым билдом. То есть там всякие взрывчатки, не взрывчатки, просто у всех этих новых ящичков есть же свои новые способности. Там одну игру мы проходили так, вторую игру, вот давай посмотрим, вот, оба! А я, кстати, даже не посмотрел, что тут нужно сделать. Давай с тобой, дорогой мой друг, посмотрим. А потом уже будем переходить ко всяким там, я не знаю, постройкам или еще чем-нибудь. Так, смотри, тут нам нужно сделать две простых вещи. Даже, я бы сказал, очень простых. Вот так вот взять и уложиться во время. Взять ящик, и мы должны получить максимум здесь звезд. Да, отлично. Все это у нас произошло. Все это произошло. Просто супер. Так, начинаем продолжать. Сам уже, думаю, мои подписчики скучают там. Ну, я не знаю, не говорю, что скучают, но просто постоянно же задают вопросы, пишут в комментариях. Все комментарии, ребят, я читаю. Все у меня в мобильном телефоне. Здесь отображается любой ваш комментарий, который вы пишете. Мне приходит постоянно смс и уведомления о том, что кто-то мне написал и прислал, ну, какой-то комментарий. Так, так мы уложимся, нет, во времени? Уложимся. Ну, все вы это видели, все это проходил. Я просто хочу посмотреть, есть ли там что-нибудь такое более серьезное. Потому что блоки у нас новые, все у нас новое. Давай, погнали. Давай. Ой, не взяли, не взяли, не взяли. И... А давай выберем наиболее такой суровый уровень и посмотрим. Потому что эти все простые уровни уже были у нас на начальном этапе. Ну, что-нибудь так посложнее уровня с 30-го. И глянем. Так, тут, ребят, уже посерьезней. 18 секунд. Один ящичек и... Ну, само собой, доставить свинку. А что же у нас тут есть? Вот тут вот будет самое-самое, наверное, интересное. Так, давай глянем. Тут ледовые кубики. Зачем они нам нужны? Я не могу понять. Свинью можно сюда запихнуть? Ну, давай. Так, давай попробуем. Два двигателя и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все мы знаем, что они очень мощные. И что, мы ничего не сделаем? Давай попробуем парашют. Ай-яй-яй-яй. Во, он нам не даст перевернуться. Это клево. Давай-давай-давай-давай. Поехала-поехала-поехала наша
Телега. Оу. Ой. Ой. Давай, 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 давай. Нет. Куда ж ты поехала, дружок ты мой? И уехала. Я понял, что мы здесь сделали все очень не так, как нужно. Зад перед нужно сделать тяжелый, чтобы он, наверное, не переворачивался. Вот, вот как-то так. Потому что двигатель, ну, слишком он крутой. Ой-о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 й. Мы доедем, мне кажется, все равно. Нет? Не доехали. О! Куда-то катится. Куда-то только катится, непонятно. Да я понял, не нужны мне ваши подсказки, если честно. Здесь есть такая очень интересная фишка, которая называется «Постройся сам». Вот такая вот прикольная фигня. Смотри. Оба! И что она нам даст? Ой-ой-ой. Ну, я, в принципе, первый раз же так же и делал. Ёлки-палки, ничего не помогло. Слишком мощный двигатель. Слишком мощный. Надо как-то потихонечку, что ли. Так. Давай попробуем. Есть у меня второй вариант. Что-то типа... такой небольшой гонки. Так, смотри, он сейчас съедет. Во, вот, нормально. И не тут-то было. Не тут-то было, не тут-то было. Я разочаровался. Так. Ладно, все-таки этот вариант, пожалуй, наверное, рабочий. Я просто как-то коряво съехал. Но, ребят, напишите мне по поводу того, что вы все-таки думаете. То есть, я, наверное, в большей степени-то и работу бросаю из-за того, чтобы заниматься видео. Это... ну, мне нравится это делать. Так, что ж-то я тут застрял опять? Боже мой. Программа построила не то, что я хотел. А я построю то, что, в принципе, можно сделать. Итак. Да почему ж ты переворачиваешься-то, а? Скажи мне, пожалуйста. Ой, нет, это нельзя так делать. Вот, вот как-то вот так вот. Даже не так. Даже будет еще круче. Будет вот так. Вот, у нас будет колесо вот это вот ведущее. Ух ты, ёшкин ты кот, ты главное не разбейся. Нет. Вы видели это? Так, перебор, перебор, ребят, перебор. Серьезно, перебор. Будем ехать дальше. Давай потихоньку. И... опа, только, 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 только. И вот так вот, вот правильно, все верно, все. Да, мы это сделали. Две звезды положили в нашу копилку. Это круто. Так, кто-то мне писал, собери новую машину или еще что-то. Слушайте, надо сделать... или я не знаю, сделать, не сделать. Можно прикольно такой сервис сделать, ссылочку туда, зарисовки. Кидайте мне ссылки там на скриншоты какие-нибудь. У кого вот есть Яндекс.Почта, туда же можно скриншоты кидать, там в памяти что-нибудь нарисовать. Или, или на стену мне ВКонтакте лучше что-нибудь такое. Что можно интересного собирать. Так, хотя я и сам знаю. Но все равно было бы интересно посмотреть. Я бы... что-нибудь тоже бы такой собрал. Так, хорошо. Давайте, я уже отвлекся. А, свинья. Без свапа. И т.д. и т.п. Так, довести нужно, правильно? Нам здесь ничто не мешает, надеюсь. Это у нас бочки, правильно? Правильно. И мы, я думаю, что довезем. Довезем, обязательно. Обязательно довезем. Так. Поставим, наверное, на перед дерево. А, двигатель не поставили. Наверное, тут ничего нам не понадобится. Тут настолько мощная у нас тачка, что она прям... она прям вот... вот это да. Ну да, мы, к сожалению, разбились. Новый патч, конечно, просто удивительный. Просто обалдеть.
Есть еще реклама вышла Angry Birds 2, какая-то new, новая. А вот мне тоже бы интересно было, как же она себя проявит там, или что там в ней нового. Так, я что-то не вижу, куда нам нужно двигаться. Ага, нам нужно, смотри, проехать здесь, здесь и вернуться туда. Ну ладно. Окей, окей, так. Если мы что-то подобное здесь построим, как в прошлых конструкциях, у нас это прокатит, нет? Так, давай эту штуку, эту. А, тут двигатель более слабый. Не факт, не факт, да. Ну давай попробуем. Давай, погнал, 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 погнал. Давай, 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 давай. Так, мы что тут должны? Куда залезть? Так, времени у нас пока что полно. Назад должен скатиться или куда? Похоже, похоже, это все. Нет, не все. Слушай, возможно, мы даже докатимся. Возможно, а возможно и нет. Чего-то, наверное, не хватит сейчас. Нет, смотри, нет, нет. Отлично. Отлично, ребят. Ну так вот, я отклонился от темы. В общем, приеду, сделаю обязательно свой компьютер. Неудачно получилось. Дело в том, что новый мощный процессор, который бы мне помогал делать более качественные видео, без тормозов, без лагов, он, оказывается, требует хорошую материнскую плату, чтобы это все дело ну, те, кто разбирается в электричестве, те понимают, что хорошему процессору нужно больше мощности. Поэтому элементы на материнской плате не выдержали и перегрелись. И вот придется обновлять свой парк. Давай, поехала. Сын у меня сейчас дома тоже очень обеспокоен данной проблемой, потому что он свой канал ведет на ютубе. Ну, вы все это знаете, у меня ссылочка есть. Даже объявление ему на канал сделал, потому что, ну, никак не получается. Пока вот сейчас в Когалыме, в городе, не отработаю, никуда не смогу ехать. А то, что сейчас видео запишется, дай бог оно запишется, конечно, на моем ноутбуке, это, конечно, очень слабо. Итак, продолжаем играть в игру, которая называется Bad Piggies. И в новом патче мы пытаемся что-то проходить. Я не знаю, вообще изначально был план такой, чтобы именно пообщаться с вами. Конечно же, это будет в одностороннем отчасти формате. И стрим никакой я не смогу сейчас в данный момент сделать. А знаете почему? Потому что у меня здесь нет нормального интернета. Вы не поверите, ребят, даже вот сейчас, снимая видео, мне придется его загружать через мобильный телефон. Вот, я подключу этот телефон к компьютеру и через него буду загружать видео. Ой, давай, только ты не поломайся. Только ты не поломайся. Ну как же так? Может быть, удастся доскользить. Хорошо, все супер. Так, тут мы прошли. Отлично. Что же нас сейчас ожидает? Я уже, честно говоря, не помню. Так, ну тут просто нужно на трамплине съехать. Два ящичка, да, получается, взять. Вот, смотри, много всего интересного есть. А если мы ее сюда в кубик посадим, и она так сама скатится? Смотри. Йо-хо-хо! Мы поехали на санках с горки. Давай, 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 давай. Йоу, бумс. Это неплохо было, но я хочу сделать немножко получше. Давай попробуем. Может быть, что-то с этого и выйдет. Мы к этому ящику приделаем, ну давай приделаем такую вот штуку для разгона. И давай, 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 давай. Нет, что ж ты. Эх, немножко не получилось. Надо было
просто отпустить, смотри, он сейчас начнет скатываться, и перед трамплином его запустить, активировать. Вот сейчас вот. Оба! Вот! И... Так, это было слишком сильно для него. Неужели? Может быть, нужно раньше его активировать, когда именно вектор силы будет направлен вниз? Опа! Да слушай, нет, вот же зараза-то, а. Что мне с тобой делать? Сама ты не доезжаешь. Так, давай попробуем тогда пониже. Опа, вот как-то так. Так, тут мы ничего не взяли, здесь то ничего не взяли. И просто провалимся, подзорвемся на динамите на нашем. Печаль печальная. Ладно, хорошо. Не будем ничего выдумывать, экспериментировать. Все это дело пройдем потом. Отлично. Естественно, сейчас отвлекемся немножко от игры. То есть поговорим о новых играх. Много очень новых играх вышло. Так же, как и на Android. И на других. И для PC в Steam. Так что к этим играм мы тоже обязательно вернемся. Будем продолжать обязательно делать интересный контент, который, я надеюсь, с которым все получится. Оп. Ну что же, поехали. Давай, давай, давай. Греби. Гребите. Так. Ну, это и было и все, что ли? А, надо было без колеса и за короткое время. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что-то я протупил. Так, ну что ж, основные новости, в принципе, я сказал. Повторяться не буду, все вы уже поняли. Это было и в прошлом месяце. Задержки с выходом видео. Ну, как уже сказал, с работой частично покончено, и можно больше времени уделять именно на создание видосиков. Так, что тут у нас? Тут какие-то прибавляются детали. Ага, за прохождение нам дают еще больше новых деталей. Смотри, я тут играл, в общем-то, и пытался построить какую-то машину, не машину, но я даже не знаю, как сказать. Так, тут вот она перегиналась, надо немножко вот так вот сделать. И вот на этом двигателе она, смотри, как едет. Обалдеть, да? Куда она улетела? Нифига, куда я заехал. Вот эта тачка получилась. Это обычная вот такая вот штуковина. Смотри. Ёшкин кот. Вот эта машина. Машина-попрыгун. Плюс... А, тут двигателя нет, просто колесо, которое еле как толкает. А с динамитом... Ну, она пока никак. Бау-бау-бау-бау-бау-бау. Ну, блин, это просто убийственная сила получается. Давай посадим короля свина сюда рулить. Как-нибудь ее утяжелим. Вот эту штуку еще посадим рядом с королем. Ты сможешь ее протолкать? Она все равно быстро едет. Тут, я не знаю, это какой-то баг в игре или так должно быть. Вон, она просто тут разрывается. Ну, не сильно быстро. Потому что с прошлыми постройками, даже если вот здесь установить вот такие вот динамиты. Ну-ка. Вау, она еще круче едет. И-хо-хо-хо, бумс. Ёлки-палки. И давай, погнал. Это целые какие-то сани у нас. Ёшкин кот. Я не знаю, блин, для кого сделали этот патч. Тут, ну, у меня нет слов. У меня нет слов. Тут просто все такое взрывное, разрывное. Так, вот эта вот штука, она, интересно, просто стреляет? Или она может к стенке прицепиться? Давай проверим. Нет, она просто стреляет. Что-то такое проверить интересное. Так, как мы видели, это новые перчатки они. Бум-бум-бум.
Так, так, так. О, смотри, сейчас будет интересный трюк. Смотри. Ой, я не туда нечаянно нажал. Так, давай. Ой. Пеу. Ничего, мы сейчас развернемся. Развернемся. Ой. Вот опять я забагал нашу любимую игру. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какой я нехороший человек. Я просто хотел сделать интересный трюк вот так вот. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Сейчас опять. Вот сейчас. Оу, полетели. Оп. Да, это, конечно, все весело, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все разлетелось в пух и прах. Ну, ребят, вообще, видео это снято для того, чтобы вы просто не теряли меня. Не теряйте, пишите, я обязательно читаю все. То есть, пишите мне ВКонтакте, можете на моей стене писать, там, я не знаю, в личку, на Ютубе. Все комментарии, все приходят. Я очень ценю ваше внимание. Но говорю, к сожалению, мне даже технические возможности не позволяют заниматься этим. Ну вот, осталось буквально 2 недели. Я приеду домой, решу вопрос с компьютером, и все у нас пойдет замечательно. Будем стримить, общаться, делиться опытом, ну и все такое. Ладно, всем спасибо за внимание, всем пока. Видео, может быть, было немного скучное, но это всего лишь ради именно объявления, чтобы вы меня не теряли.